Иммунитет, здоровье, бессмертие. Сначала я вам покажу, что надо делать для этого, а потом подробно расскажу. Я показываю диафрагму. При выдохе она поднимается, а при вдохе опускается и натягивается. Покажу вам легкие. При вдохе они расширяются, набирают синюю кровь. При выдохе они сжимаются диафрагмой, и из них выходит под давлением красная кровь. Я усиливаю свой иммунитет птичьим дыханием, которое я нашел у первого египетского фараона Эхнатона, которому уже около 5500 лет. Вот это дыхание птичье у него называется Анг. Об этом у меня есть отдельное видео, которое называется «Дыхание Эхнатона». Полное дыхание йогов было показано многими пророками, во многих религиях оно используется. Об этом тоже у меня есть видео. Но в этом фильме, который я сегодня вам предлагаю, я вам показал, как курильщик мощно качает кровь. При вдохе он набирает синюю кровь, создавая большое разрежение в легких за счет сопротивления. Он тянет
через фильтр сигареты. У него в легких большое сопротивление, и поэтому много синей крови во время затяжки курильщик набирает в легкие. Потом он с сопротивлением губы трубочкой выдыхает. И, естественно, у него большое давление за счет сопротивления, и красная кровь уходит через сердце ко всем органам тела. Курильщику становится хорошо, потому что у него хорошее кровообращение при затяжке и выдохе с сопротивлением. Но проходит время, и через час опять кровь насыщается углекислотой, и хочется опять покурить. Что курильщик и делает. И бросить курить он никогда не сможет, если не заменит курение вот такой пустой ручкой и попробует подышать правильно. Такое дыхание птичье усиливает иммунитет. Это происходит за счет того, что диафрагма качает при своем движении не только воздух, кровь, но и лимфу. И когда человек делает вдох с сопротивлением, у него в легких разрежение, и при этом при вдохе каждые сутки в синюю кровь, вот здесь около сердца есть соединение лимфатической системы с кровеносной системой, с сосудами низкого давления. Так вот, в синюю кровь попадает около 200 мл лимфы вместе с лимфоцитами. А лимфоциты отвечают за иммунитет. В конце этого видео я в конечной заставке дам вам ссылку на лимфатическую систему Ольги Бутаковой. Это врач очень толковый, который разобрался, что диафрагма качает не только воздух и кровь, но и лимфу. И я использую эту лекцию для пропаганды повышения иммунитета. Значит, Эхнатон говорил, кто научится так дышать, кто научится петь и на выдохе, и на вдохе, тот станет бессмертным. Ну, у меня уже одна ученица научилась буквально за сутки так дышать. Я вчера спросил, как дышу. Ну вот, кто дышит правильно, тот и живет. Чтобы более досконально изучить полное дыхание йогов, скачайте бесплатно мою книгу «Алгоритм гармонии». Я приготовил второе издание на английском и русском языке. Для русских вы можете скачать русский вариант. Для Индии, Америки, Англии и Китая, которые тоже знают английский, можете скачать вариант, где книга написана на двух языках, и на русском, и на английском. Значит, информацию о том, как скачать, вы можете найти в описании этого видео. Желаю всем крепкого иммунитета, здоровья и бессмертия. Кстати, насчет коронавируса. Симптомы какие? Повышение температуры. Это правильно. Когда вирус попадает в организм, организм начинает защищаться, повышает свою температуру градусов до 40. И если человек при этом не умер при 40 градусов, то умирает вирус. И когда врачи инфицированных вирусом пытаются снизить у них температуру, вирусу это только хорошо, он начинает развиваться. И инфицированные начинают заражать друг друга. Вместо того, чтобы принять каждый день русскую баню в градусах при 80, а после этого выпить граммов 50 градусов,
водочки с медом. Люди ждут, когда вирус захватит весь организм. На каждый вирус вакцины не создашь. Это все нас пугает. Фармакология и медицина, которые нужны деньги для разработки вируса, защиты от вируса. Высоцкий правильно пел. Если хилый, сразу в гроб. Сохранить здоровье, чтоб. Применяйте, люди, обтирание. Занимайтесь физической культурой, ходите в лес, пойте громко песни и мантры. Еще раз показываю. На вдохе. На выдохе. Займитесь собой, иначе вами займутся врачи и будут над вами экспериментировать, делая вам прививки и зарабатывая на этом нехилые деньги. С вами был Николай Полыга.